вашего позволения, я вновь продолжу цикл «Вокс. Люди и судьбы». Продолжу в формате, опять-таки, аудиозаписи. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию очень интересный материал о возникновении такого прекрасного вида спорта, как бокс. Об истоках зарождения кулачного боя, который исчисляется тысячами лет, более 3000 лет. Кулачный бой, он культивировался с древних времен. Это был один из самых популярных видов. По тем годам понятия спорта не было, естественно, как прикладного рукопашного боя, сугубо кулачный бой. И имеет за собой огромные, огромные традиции. Я хочу подчеркнуть, что кулачный бой – один из самых прикладных видов рукопашного боя, наряду с видами, определенными видами борьбы. Почему я это утверждаю и утверждаю на 1000%? Потому что сама техника кулачного боя, она сформирована из естественных двигательных навыков, из естественной биомеханики человека, с небольшой корректировкой. Все движения в боксе, в кулачном бою, ну, в частности, удары исключительно руками, они основаны на наших естественных движениях и естественных желаниях, рефлекторных, инстинктивных. Удар рукой, правой, левой, он основывается на нашем движении, естественно. Ну, еще раз подчеркну, аналогично, как и борьба. Тоже с малолетства, с детского садика, как только стали на ноги, у нас есть навык, борцовский навык, первоначальный. Это желание схватить, желание обнять, желание даже подсечь, абсолютно рефлекторно. Желание бросить. Удары наносить тоже желание вполне естественное, только они наносятся, естественно, необученный человек наносит не то, что коряво, просто биомеханика несколько иная, траектория движения, и естественно, менее функциональная. То есть провести маленькую огранку, вот как алмаз, и мы получим в итоге бриллиант. То есть маленькую сделать корректировку биомеханики, поставить двигательные навыки, необходимые для успешного ведения боя, и все. И мы получим очень опасный вид боя прикладного. Поэтому даже в уличной ситуации работа рук – это основа. Дальше мы можем прибавить ноги. Это тоже очень хорошо, потому что бокс, конечно, в рукопашном бою он несколько ограничен. Потом прибавим технику ног в сочетании с руками, не просто голимые удары по груши. Прибавим способность хвата, хватать подсечек и таких простеньких бросков. Этого будет вполне достаточно, если они отработаны, все эти комбинации связки, до автоматизма, с надлежащей физической платформой. То есть это не просто так, чтобы был воздушный вариант, а чтобы была мощь заложена в них физическая. Тогда мы получим гремучую смесь.
шикарного рукопашного боя. Итак, наш любимый, миллионами и миллионами людей на этой планете, кулачный бой, а нынешняя интерпретация – бокс.